Итак, мы хотим вам представить готовый образ. Внимание, я сейчас фокусирую ваше внимание. Секундочку, подойдите поближе к экранам, пожалуйста. Посмотрите, рассмотрите хорошенько. Мы вам предлагаем готовый комплект. У нас здесь брюки Мадонна черные. Мы о них сейчас вам все-все-все расскажем. И туника Ребекка. Посмотрите, вот готовый образ, который вас сделает стройнее, который вас сделает наряднее, и на вас будут обращать внимание не только мужчины, но и женщины. Ой, Наденька, женщины будут обращать в первую очередь, да, потому что мы уж за этим следим. Понравилось, если как на женщине сидит одежда, мы ее рассмотрим, мы изучим и сделаем выводы. Надо искать такую же. Итак, посмотрите на наших моделей и, конечно же, очаруйтесь брюками, они того стоят. Стоят, потому что здесь крой идеальный, потому что у нас размерный ряд. Внимание! От 46 до 68. Это большая редкость, чтобы на большие размеры очень были качественные трикотажные. Кстати, ты брюки. Знаешь, нам часто звонят и просят хотя бы 64, а мы вам предлагаем до 68. Ты знаешь, у меня есть знакомая моего мужа, она работает вместе с ним, женщина очень пышных форм. Ох, как она страдает. Она не ходит в магазины, потому что она стесняется ходить в примерочные. Угу. Потому что она не хочет, она уже устала слышать фразу «на вас ничего нет». И поэтому да, я призываю наших телезрительниц, не нужно ходить в магазин, не нужно тратить свои нервы. Вы просто сидите, смотрите телевизор, наслаждаетесь любимым чаем или кофе и делайте заказы. Поверьте, мы вам все расскажем, мы вам все покажем. Вы просто берете, звоните, и все, что вы недопоняли или что вы не услышали, вы можете узнать у наших операторов. Или позвонить прямо нам. И давайте прямо сейчас хочу сказать вам отличную новость, что на эти базовые брюки сегодня очень привлекательная цена. Посмотрите, не 3000, не 2500, нет, а всего лишь 2290. И у нас есть два цвета на выбор. Традиционный любимый черный цвет. Вот он, базовый. И есть еще и синий цвет. Вот кому-то уже синего уже цвета выпрыгнули. Торопится. Уже выпрыгнули из моих рук и торопится кому-то. Посмотри, какой интересный, неизбитый синий цвет. Кстати, я сзади вам показываю эти брюки, потому что они имитируют классические брюки. А мы все знаем, что классические брюки из костюмной ткани плохо сидят. Это нужно идеально заказывать на пошив. Ну что ж, а теперь, да, наши брюки садятся идеально, потому что здесь плотный трикотаж. И эти брюки для вас самый лучший выбор. Почему? Давайте разбираться. Давайте посмотрим на нашу модель Любу. Люба носит 52 размер. Выбирает для себя классические черные трикотажные брюки. Вы посмотрите, как они украшают ее. Насколько они сидят на ней гармонично. А теперь давайте посмотрим. Идеальность брюк. Где она? Вот она, вы посмотрите на бедра, вы посмотрите, как эти брюки садятся по фигуре. Ну и, конечно, я хочу сразу ответить на вопрос из колл-центра, как наши брюки застегиваются. Они у нас на эластичной ленте, у нас здесь нет ни пуговиц, ни молний, ни крючков, ни застежек, ничего. Вот она, эластичная лента, я вам ее сейчас продемонстрирую. Посмотрите, как она подтягивается, насколько она дает возможность нам меняться. Хотите, надевайте по бедрам, а хотите... наденьте по талии. Это корсажная посадка. Вы знаете, я сейчас вот так, Любочка, подержи, пожалуйста, блузку. Я постараюсь показать, как она утягивает. Вот мне даже нужно уцепиться, чтобы показать эту утяжку. Вы видите, какая плотность? То есть ваши бедра будут стройнее. Ваши бедра будут выглядеть еще более женственными и гладкими. Вы замечали? Когда вы надеваете, например, брюки, и если это тонкая ткань, то неровности тела, они заметны. В этих брюках ваша кожа, ваше тело будет подтянутое, стройное и привлекательное. Ты знаешь, я хочу рассказать одну историю. Женщины пышных форм, они обычно для того, чтобы ничего не выделялось в брюках, часто под брюки надевают плотные колготки. А потом, извините, мы все понимаем, что и колготки, и брюки это достаточно жарко и неудобно. Поэтому мы вам рекомендуем просто выбрать правильную ткань. Вот нашу трикотажную плотную ткань, из которой, через которую ничего не будет просвечивать. Все будет ровненько, красиво, как будто бы вы фитнес-модель.
Ну что ж, роскошные брюки. А мне очень нравится, что у нас есть варианты выбора. И либо черный цвет, вот он, глубокий, либо еще есть темно-синий, кстати. Вот синий цвет сейчас набирает обороты и пользуется большей популярностью. Вы посмотрите, появляется наша модель и демонстрирует уже темно-синий цвет. Арина выбирает для себя синий серого цвета. Посмотрите теперь еще, какой матовой текстуры брюки. Посмотрите на готовый образ. Я что могу сказать? Во-первых, брюки матовые действительно стройнят. Они делают ваш силуэт ровненьким-ровненьким. Точеным-то, поверьте. Вот вы смотрите на нашу Арину и думаете, что она модель, и поэтому так на ней все сидит. Нет, это не так. У нас брюки Мадонна разработаны компанией Пала до 68 размера. А конструкторы, технологи закладывают все нужные изменения с каждым размером. То есть вы будете смотреться точно так же стройно, точно так же нарядно. В наших брюках Мадонна по цене 2290 рублей. А как животик подтянут? Вот она, подтяжка. Вы посмотрите, в области живота. И посадка у нас хорошая. Закрывает линию пупка. То есть в линии живота подтянута. Бедра подтянуты. Если есть какие-то складочки. Ну, у многих женщин, да у всех они есть. Они, конечно, подбираются. Конечно. Я с тобой согласна. А зачем использовать жесткие пояса, которые настолько стесняют? Мы стесняемся в них кушать, мы стесняемся в них целый день проводить, потому что это неудобно. Но посмотрите, эластичные брюки. Кстати, я считаю, Оль, вот как хочешь, но вот эти эластичные плотные брюки, это просто новое поколение классических костюмных брюк. Давайте мы не будем носить те ткани, которые не тянутся. Давайте мы будем носить подтягивающиеся. Изящные брюки четко по вашей фигуре. У нас есть черный цвет, у нас есть синий цвет, у нас есть все, что вам нужно.